Под защитой небес в сентябре окажется 5 знаков зодиака. Каждый человек обращал внимание на то, что удача не всегда ему сопутствует. В сентябре представителям 5 знаков зодиака будет сопутствовать удача. Первый осенний месяц подарит возможность добавить невероятных успехов, причем особых усилий прикладывать не придется. Стоит понимать, откуда ждать удачи, чтобы не упустить ни одной представляющейся возможности. Близнецы. Редко ощущают благосклонность судьбы люди, родившиеся под таким созвездием. Но в сентябре близнецы смогут ощутить, что удача на их стороне. В этом месяце можно смело отправляться в увлекательное путешествие. Ведь благодаря этому можно будет расслабиться и подготовиться к хорошим переменам в жизни. Ведь есть высокий шанс того, что произойдет что-то грандиозное. Много хороших перемен будет в личной жизни. Если отношения уже сложились, то они наполнятся романтикой и полной гармонией. Если отыскать свою судьбу не удалось, то это может произойти в скором времени. Лев. В первом осеннем месяце львы одержат победы в личных делах и на работе, а также могут добиться новых высот в личной жизни. Львам удается достигнуть того, чтобы образы в мыслях совпадали с реальными возможностями. Если не удалось еще встретить вторую половинку, то это можно будет сделать именно в сентябре. Дева. Все, кто родился под таким зодиакальным знаком, обретут счастье в любовных отношениях. Если любимого человека еще не удалось встретить, то это можно будет сделать в первом месяце осени. Этот человек будет противоположностью того, кого представляли в своих мечтаниях девы. В этих отношениях могут начаться трудности, и поэтому сразу задумываться о будущем не стоит. Связано это может быть с тем, что может возникнуть скука. Но если обо всем открыто поговорить с партнером, то, возможно, удастся сохранить отношения. Весы. Многие уверены, что представители этого знака очень легкомысленны, но на самом деле они сопереживают окружающим людям. В сентябре при возникновении трудностей весам удастся не погрязнуть в них. Сил хватит на то, чтобы справиться со сложностями и добиться поставленных целей. Весы смогут добиться больших успехов. Рыбы. Нередко рыбы стараются окружить себя связями, которые могут принести пользу, но могут испытывать дискомфорт от того, что качество таких друзей будут не самыми лучшими. Если происходит беда, то рыбы станут винить в них окружающих людей, хотя их вины в этом нет. Именно в сентябре представители знака смогут достичь успеха. Напишите в комментариях, кто вы по знаку зодиака. Понравилось вам это видео? Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые интересные гороскопы. Вы были на канале Мартинника. До встречи в новых видео!